Sieben Grüße, я частный грызник, и вот что кажется мне, что дело не в деньгах, и не в количестве женщин, и не в старом фольклоре, и не в новой волне, но мы идем вслепую в странных местах. И все, что есть у нас, это радость и страх. Страх того, что мы хуже, чем можем, и радость того, что все в надежных руках и в каждом сне. Я никак не могу отказаться и куда-то лечу, но когда я проснусь, я надеюсь, ты будешь со мной.